Когда я был студентом раньше, мне вот хотелось, чтобы в наушниках кто-нибудь со мной поговорил. Ну вот как вот через музыку. Вот я вот так разговариваю. Если бы тогда меня спросили, где я буду через 10. По сути, то, что я делаю, это то, чего я не увидел вообще в музыке. Как бы не то, что я там кого-то копирую или что, вот. Прям вот я не увидел этого, вот и я хочу вот это сделать. У нас такая проблема, то что у нас нету бита в начале, да? Буду я просто играть. Я не знал тогда, что будет завтра. Пауза. А, ну-ка вы, а потом он себе нажимает. Сейчас тем более. Закрывай. Игорек, ты можешь как-нибудь сам контролировать? Ты тут не добьешься, короче. Леха, иди в зал, слушай. У нас объявили траур. На самом деле, я до последнего не знаю, будет ли завтра концерт или нет, поскольку во время траура отменяются все развлекательные мероприятия, телевизионные, радио там, и прочее. 8 марта отменили тоже. Я не знаю, если мой концерт как-то не заметит, это будет очень круто. Короче, есть один косяк. Песня «Сеть». Нет, в конце соло. Ты понял, какое соло там? Да-да-да. В конце. Это последний день перед концертом, поэтому очень много свалилось всего. Я вместе с репетициями еще и бегаю, свожу музыку, параллельно ее редактирую, вот так. Мы находимся сейчас в район Немига. Это крутой район города Минска. Это Игорек, гитарист. Через пару часов здесь будет все в людях. Прикольно. Уже 2 часа дня, уже встречают. Ты чувствуешь, что сегодня будет здесь? У нас есть 4 главных момента. Это звук, это свет, это конфетти. Ну, очень моя, любимая вещь для меня. И настроение. Что? Дай еще пикса. Зачем? Ну, сам понял. Нет, ребят, ну, Виталик. Ну, как вы, что, гоните, что ли? Ну. Когда люди начинают кипишить, я спокоен. Вот когда все спокойно, я начинаю кипишить. Что за херня? Что-то надо делать. Если бы в тот же миг жизнь мою можно было... А можно громче голос в мониторах? На самом деле, такого уровня у нас первый концерт. Я не знаю, как в жизни все совсем по-другому. Куча кипиша. Я не могу проконтролировать, как это, но в итоге все получается ровно. Привет всем! Просто лети, город свободу дай мне, лишь дай мне. Никто не узнает, где я. Никто не узнает, где я. Игорек, слышишь? А ты последнюю отпускаешь, пауза, да? Паузу сделай. Не надо, давай еще раз. Никто не узнает, где я. Сейчас поздний вечер, завтра концерт. Это все организаторы. Как вы видите, вид у них не очень серьезный, но пацаны делают и решают вопросы. Я думаю, нам хватит одного вот этого баса, да? Ну, среднего, да? Да, вот так вот. Здесь ударка разорвется, тебе к чертовой матери. Я думаю, нам хватит. Если бы тот же мир, жизнь моя...
потом... Сабом без среднего, со средним без саба, и вот тот, который ты выводишь. И уже все, что было таким когда-то. Надо гитарку здесь, чтобы она была потише, но на голос заглушает, походу. У нас была одна ситуация в Москве на концерте. Вот такая штука стояла, и она была как-то направлена немного в толпу. И на трек «В темноте» какой-то девчонка руку дают, но ты лети, лети, и она прям лицо подставляется, да? И в темноте... Спасибо! Спасибо! Иногда всплывают такие моменты, которые прям заставляют содрогаться. Но я уже спокоен. Вот отсюда начинаются твои бэки, только отсюда. Понимаешь? И все, поехали. Небольшими стаями, да не в обход, птицы мчали на восток. Люди поднимали голову и вспоминали, кто чего не смог. Где-то и казалось, вот она удача, и вот он первый влюб. Или передержал, или все-таки стоило держать сильнее ее. Где-то пролетают одинокие по небу волны корабли. Я же по идее не такой и не хочу быть волком, как они. По головам до цели или тихо по проверенному за толпой. Оставаться человеком — это далеко еще не быть собой. Сети между нами нелегко. Пробить эти мы крепче, чем камень. И быстрее любовь, бешеная толпа между нами. Сеть между нами. Я говорю: Леша, в этот раз не будет никаких криков, ничего. Я говорю, мы должны отработать по позитиву. И если кто-то из вас будет лажать, я подойду к вам и просто обниму. Ну и вы сразу поймете. И прям в какой-то момент заканчивается трек, и Леха ко мне подходит. Ну что ты, Макс, меня обнимешь или нет? Ну знаешь, спросить. Именно вот этот момент. Именно вот этот, который ты сейчас вот покоцал. Да, вот это вот. Смотри. Во взрослой... Ты вырубаешь типа. Во взрослой жизни очень много замутов. Лишь просто тает тебя обниму и вместе полетаем. Так, волна вспышки. А, Минск One Love. Че, пацаны, осталось 3 трека. Сегодня у нас была автограф-сессия, все руки в маркерах. Я минуя мир иной, иду по мостовой. Каждая минута в кайф, целый мир под ногой. Час пики, любимый город, хоть от счастья лети. Где твоя удача, брат, нам с тобой по пути. Твой навигатор настроен на туда, где тепло. Ты мой друг, если чё ты стоишь, а не просто трепло. Твой шанс где-то рядом, используй его. Ведь кому ты нужен здесь, кроме себя самого? Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло. Я просто делаю своему зло. Каждый хочет знать, верить, любить до дрожи по коже. Если ты с ним он хороший, оно всегда поможет. Небо поможет нам, небо поможет искать. И небо поможет нам, небо поможет все взять. Мы приближаемся к месту моего вдохновения. Вот здесь я часто гуляю, это все, ну, происходит
врубаю минус в наушниках и все, иду. Просто напеваю там разные мелодии, из этого составляю какие-то текста. Это место, это и есть новый мост, по которому я гуляю с песней. Гуляю с флешкой по новому мосту, по мелочи не парюсь. Я разучился париться. Могу пройти полгорода пешком, тупо задумавшись над текстом о чем другом. Что заработал, тупо сливая за день. Ну скажи, братан, какой же с меня бизнесмен? Удачи, хитрый зверь, я ее ловлю. Мои пацаны, я вас всех люблю. За время концерта я испытал разные чувства. От желания пустить слезу до дрожи прям вообще, ну в прыжке. Особенно, когда прыжок. И когда ты видишь волну этих людей, да, наплыв. Кульминационный момент, когда я начал кайфовать, это трек «Алкоголь». Это первый раз, когда все трибуны просто начали ходить ходуном. И как вы думаете, что мы делаем? Выгоняем алкоголь. Алкоголь. Выгоняем алкоголь. Алкоголь. Вчера мне прислали видео, как на станции метро Немига пели песню «За тобой». Было очень приятно на самом деле. Я когда так подзагнался даже, я вот, ну, не заметил, как вот так уровень немного возрос. Это большая ответственность на самом деле, когда на станции метро, вот все метро поет твою песню. Навряд ли, только если бы. Я бы не пошел за тобой, я бы не пошел за тобой. Но самая крутая штука происходила на автопати. Мы приехали он уже в наш практически родной клуб фэшн. Я заполняю тебя в кашу сил. Я везу тебя к пацана. Компанька, рыбка и пиво. Братишка, я тебе сдохну беда. Как много мире девушек красивых. Из принят верный, да и простых. На самом деле, по сравнению с дворцом спорта, мы не вели особой подготовки. Мы знали просто, что там будет доминировать просто отрыв. Лучи в темном царстве, смс-ки мороженое. Как назовем детей, звонки, смотреть друг на друга. Ну просто сука, где твоя любовь, сука? Где твоя любовь, сука? Где твоя любовь, сука? Где твоя любовь, сука? Если там во дворце спорта я как бы все для людей, я вышел там, контролировал, это была большая ответственность. То на фэшене я вышел это типа, ну все, смотрите, смотрите, как я буду отдыхать. И просто сам начал отрываться по жести. Не важно, не уже, все, что было таким когда-то. Люди, дома стали как коробки. Не важно, не важно, не уже. Я забыл, я все гулял с вами. Счастье вовсю толкать землю ногами. Думал, наконец-то нащупал. Я почти увидел глазами. Я искренне поверил в то чудо, что этот животный мир добрым бывает.
Ну это было просто кучка людей, направленных лишь только на чувства. Тогда мне стало похер, что будет, и прыгать хотелось безумно. Неважно, мне и уже все, что было таким когда-то. Люди, дома стали как коробки. Неважно, мне и уже я забил, я все понял с вами. Счастье вовсю толкать землю ногами. Счастье вовсю толкать землю ногами. Счастье вовсю. Спасибо! Я надеюсь, что концерт во Дворце спорта — это только начало, это не финальная какая-то точка. Нас ждет взлетный март еще, впереди куча городов. И прям Минск дал старт, дал настроение. С вами Макс Корж из Минска. Всем мир!